Я Хвостиков Илья Александрович, 2002 года рождения, 5 октября. Уроженец города Луганска. По должности наводчик оператора на БМБ-1. По званию младший сержант. Началось с Донецкой области, это было начало марта, 2-3 число где-то. Краснолиманский район, город Терный, Черновод. Когда нас кинули в помощь казачкам, из-за обстрела остановиться колонна не смогла, и мы заехали прям к ним. Это было 11-е БТРО. Со стороны леса вышли прямиком на 9-этажке. И наша рота начала движение точно так же по зачистке, по своей зоне ответственности, улицу не помню. Двигались мы до улицы Ленина, вплоть до первого раненого, пока по нам не открылся огонь. Мы откатились на пару домов назад и заняли оборону на улице Ленина. С улицу Ленина мы проходили в общей сумме примерно недели 3, может 4. За это время были большие разрушения, большие потери были. Мы остановились также на частном секторе перед чуть-чуть правее пожарной части, там где завод Заря, по-моему, воинская часть там была еще, по-моему. Закрепились мы там уже на больше, примерно на неделю. Там понесли также большие потери, причем серьезные потери. Нам стали придавать резерв мобилизованных людей из-за недостатка людей. Сколько потерь было? От роты процентов 70. Через карьер, через лес вышли на город Северодонецк, где в дальнейшем на промзоне мы сдались в плен.